Солнечные батареи, ветряные электростанции вытесняют твердотопливные котлы. Специалисты в сфере энергосбережения заявляют, Одесскому региону невыгодно активно внедрять технологии переработки вторичного сырья для отопления. Регион не производит его в достаточном количестве. У нас с биомассой не очень хорошо, потому что мы по ряду причин, у нас практически нет биомассы. И нам вот эти варианты с биомассой, они мало подходят. За последние годы стоимость солнечных батарей и коллекторов уменьшилась в 6 раз. 20% переход на альтернативные виды энергии Одесскому региону может обойтись более чем в миллиард долларов США. Однако без внедрения современных технологий Украина не сможет имплементировать ассоциацию с ЕС. Есть директива европейская 2020, что к 2020 году до 20% всех энергоресурсов должно быть производиться из возобновляемых источников энергии. Поэтому в рамках имплементации ассоциации с ЕС мы тоже должны будем двигаться в этом направлении. Поэтому у нас тоже уже об этом задумываются, есть государственные программы. Я думаю, что в ближайшие год-два мы увидим бум именно от альтернативной энергетики. Специалисты заявляют, в любом случае вкладывать в энергетику будут заемные средства Евросоюза и США, а внедрять технологии в частном секторе. Павел Репин, Дмитрий Бондаренко, Думское ТВ.